Всем привет, подписчики, зрители моего канала. Ну что, вот еще одно новшество. Обновили, как сказать, я хочу вам показать. Как вы помните, наверное, в конце июля я снимал вам ролик с этого места по поводу нашей главной как бы городской площадочки. И вот что, посмотрите, не знаю, может быть, видели ролик кто-то, или просто все-таки собирались все это делать. Ну, вот так вот сказать. Приехал, сказал, и жена сказала, что все обновили. Вот посмотрите, если как вы помните, стояло у нас две горочки железные. Комментарии были, кстати, классные на этот ролик про эти горки-самоубийцы железные. И вот поставили вот такое сооружение пластмассовое. Не знаю, пластмассовое тоже, ну пластмассовое в смысле. Получается вот это, да, горочка, чтобы ездить. Пластмассовые, это поменьше для малышей, побольше это вот такой вот навесик. Вот здесь лазить получается. Турнички вот такие вот. Лесенка, соответственно. И вот посмотрите, вот так вот сделано забираться наверх. Ну и для маленьких просто лесенка. Это поменьше. Вот такой зеленый. Так, что у нас тут еще? Так, вот такие турнички, как бы качельки на руках с двух сторон. Это много таких на таких площадках, которые делаются. Вот. Вот так вот симпатично. Так, что у нас тут? Ну, лесенка это осталась. Просто подкрасили, обновили. Так, ну, там Владик у нас на барабане. Всем привет, говорит, да, занимается. Вот так вот. Аккуратно, аккуратно. Владик, аккуратно, он мокрый. Вот. Погода плохая, как вы сами знаете. У всех стоит плохая погода сейчас в России. Так, вот здесь за место была ракетка, да, вроде. Поставили вот такие две качельки. Не надо, Владик, он мокрый, не надо. Вот, а, ну да, за место получается, вот там была машинка, как мы помним, наверное, поставили вот этот барабанчик. Вон идет Танюшка, Маша всем привет передает. Так, что у нас еще тут новое появилось? Вот такие качели просто, садиться для малышей, качаться. Две штучки поставили сразу почему-то, хотя по площади могли бы еще где-нибудь в другом месте можно было бы. Такие тоже оригинальные, хотя бы вон там где-нибудь пустое место, где-нибудь здесь или при входе могли бы еще поставить. Так, что у нас еще? Набили полную песком песочницу, не знаю, наверное, добавили он мусорки. Да, вон такие вот, видите, они отличаются от старых. Вот добавили такие вот новенькие. Наверное, две штучки. Периметру что-то больше не вижу. А вон там, вон там третья. После лавочки. Так, и вот сделали такую вот беседку с навесом. Так, а здесь у нас, наверное, кораблик стоял, да, там поломанный, типа. Да, и все. Тоже, типа, песочница одна открытая. И другая, получается, закрытая песочница. Все. Убрали здесь, наверное, стояли, да. А, ну, здесь у нас стояли качели. В принципе, все, не знаю, мне кажется, с одной стороны, хорошо, что все это обновлено. Дай бог. На, вот. Во, вот, самое главное, я вам забыл еще. Вот такую карусельку, точно. Вот. На 4 персоны. Раскручивается, ну, небольшая, да, как кача. И раскачиваться. Соответственно, 2, 3, 4, 5, 6 с качелями и беседка, вот это 7. 7 предметов поставили. Владик качается на новой площадке. Осталась только лесенка старая. Ну и старая песочница, я не считаю. Ну, лавочки, все осталось. Вот. Ну вот тоже все, заборчик также остался, и трава в том числе. Здесь покрытие нам, конечно, долго, мне кажется, ждать, судя по всему.
Ну и, соответственно, кроме детей, это, скорее всего, тут в этой беседке можно посмотреть сейчас по поводу мусора. Сидят и взрослые, пьют пиво, ягуар, и все это валяется. Мусора, конечно, тут предостаточно, но лучше сразу, где сидишь, там и насвинячить. Да. Вот, кстати, для чего сделали вот эту красивую беседку. Она уже испогажена, правда, вот уже грязная. Конечно, походили по ней, если это деревянная, то скоро все это обвалится. Она деревянная, типа лавочка, скамеечек, это все обвалится, если так будут ходить здесь и свинячить взрослые. И молодое поколение, которое эти площадки не нужны, детские, то недолго, конечно, все это будет. Вот, в принципе, вот такой, в принципе, обзорчик площадки. Я считаю, вот, когда я в июле месяце снимал, что-то нормальное появилось. Могут же, когда хотят, да? Вот. Вот, в принципе, и посмотрите, посмотрите в старых роликах, июльский где-то в конце ролик про детскую площадку. Городская детская площадка, не помню, как называется. И вот этот ролик. И сравните, что было, какие были. Усилия детей, надлежности. И что сейчас? Вот этот хаос, конечно, мне кажется, все равно все это будет. Как ни крути. Так что, ладно. Пошел дождик. Моросит. Так что подписывайся на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, кому нравится, дизлайки. Всем до встречи, всем пока.